что застранцы? У нас все просто. Как всегда, 8 марта мы устраиваем сейшн. Тут будет огромное количество людей, будет киловатт музыки, будет мясо жареное, будет коньяк, виски, все, что вы захотите. Естественно, будет организован подъемник. Все остальное вам расскажут парни. Парни расскажут все быстро, коротко, четко, как должен рассказать мужик своей девушке о том, каким образом он ее поздравит с этим сраным праздником. Я лично не считаю это за праздник. Бревно никуда. 8 марта, бриться надо, купить цветы готовы. Самая серьезная и брутальная охрана. Шоколада, и мех желательно андатра. Весь год просила бриллианты, а я дарю лишь пару точек. И копит пикник тейбл с Европы. В отличие от моих почек. 8 метров пластикового удовольствия. Это не главное. Главное внимание. Две лесные трассы для любителей. Для любителей встречаться с деревьями. Подарки это не главное. Главное внимание. Под копия немного денег. И встречу твое заикание. Твое заикание. Твое заикание, твое заикание. Зачем тебе все эти камни? Их очень много в моих кучках. Снимай нахуй все! Кикер, который харкается. Не хочу я ничего, вылезанный клещом кикер. Гавия труба, похоже, знаете сами, что... Бегы завалены мимозами. Блять, для психопатов все убить. Главное, главное внимание. Подкопим немного денег и излечим твое с-с-с-с.